Всем привет, это я, Бика, и я сделаю видеообзор на Фрэнки Базову, как и я обещал. Пару слов о ее коробке. Традиционный герб Monster High, надпись Monster High, черепок, сам ее Франкенштейн, дочка Франкенштейна. И сзади мы можем увидеть крупным планом саму Фрэнки со своим питомцем. И кто входит в эту коллекцию? Сейчас я скажу, что к ней дается. К ней дается серая подставка, не смотрите на эту подставку, это подставка от Скариш. К ней дается дневничок, и не в тему сделали китайцы свои китайские буквы. Вот. Зачем это? Ну, в дневнике ничего интересного, когда мы рылись в нем. О, удивились, что тут даже есть какой-то рисунок, шрам. Ну вот, вот такой. Расчёска. Питомец по имени Вайджет. Вайджет. С крыльями. Монстрик. Он сам из твёрдой резины, и у него резиновый хвостик. И он тоже сшитый. На уроке Classroom тоже он даётся, только маленький. К ней дается сумка, она черного цвета, и как будто подумаешь, что она кожаная. На самом деле она такая пластмассовая, ну, резина. Пластмасса, резина, твердая резина. А вот резиновые ручки красные. Черепок Monster High. Перейду к кукле. У куклы белые волосы с черными прядками. Вот так это будет выглядеть сзади. И они очень длинные. Меня это удивило. И еще у нее, у этой Фрэнки, на свет, если ее поставишь, у нее будут переливаться волосы. Кто это не знал. У Фрэнки шикарные сережки. С черепком Monster High. И с цепью. Мейкап у нее фиолетовый. Меня он очень впечатлил. А внизу он такой ярко-серый. И... Многие, наверное, не знают, почему у Фрэнки один голубой глаз, а один зеленый. Потому что она сшита из разных частей. Тилай. Ой, извините, что неправильно сказал. У нее ярко-ярко красные губы. У меня Вишневые. Вот такие вишневые. Цвет вишни или черешни. У нее гвоздь, мини-гвоздь такой. Шрамы тоже остались. И они остались свое свойство ярко-серый и нежно-серый. Когда вот так делаешь рукой, он переливается, тот хамелеон. Как железный. Железный. У нее одето три браслета, но это не три браслета, это один и он вместе. Это Фрэнки... Приняла стиль шотландский, шотландский стиль. Юбка в виде шотландского стиля. Потом, сейчас я подойду, покажу ее одежду. У нее одет галстук черного цвета в горошек, белый, серебристый. И черепок Monster High. Такой же есть у Гуслайф. Или его нету? Нету. Потом у нее одет великолепный пояс, он резиновый, может открепиться, его можно отсоединить. И тут нарисована гроза и двухслойная цепь. На концах у юбочки подъюбник, такая вот сетка черного цвета. Потом у нее есть название этих рукавов, называются они фонарики. Тоже черные, как и юбочка. Кажется, ее одену, чтобы было удобно. Еще я скажу, пока сейчас буду одевать подставку. Я узнала в анкете у нее, когда она залазит на второй этаж спать, я не знаю, у нее же одна кровать своя. Она когда залазит и когда просыпается, потом идет, например, зубы чистить или переодеваться в школу, папа ей говорит, она жива! Смешно, очень смешно.
Тут тоже это платье можно снять на крепучках, липучках. У нее есть черная обувь, белую полоску зебра. И она тоже может сниматься. Такая же обувь у Лагуны. Кажется, что я все сказал о этой кукле. Ну, приступим к концу. Я прощаюсь, дорогие друзья. Спасибо за просмотр этого видео. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх, пишите в комментарии. С вами был Вига и моя новинка обзор на Фрэнки. Пока!